Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды, так что поехали. Так, здесь, ребята, я уже поиграл, собрал осколочки, ну здесь, как обычно, не потянул, не справился. Ладно, но это только начало, извините, что не с самого начала начал снимать, ребята, опомнился, уже было поздно. Но зато у нас новые испытания, так что можно, в принципе, приступить к ним. Так, городская война, свет в темноте. Так, подожди, тут у нас муха, саблезуб, тахан и... А здесь у нас кто? А здесь у нас... Блин, а здесь еще не легче. Даже не знаю, с кого и начать. Ну, давайте с этих олухов приступим, потому что остальное у меня уже все сделано. Здесь будет сброс через 9 часов. Здесь еще не доросло ничего. И можем сходить, в принципе, на арену. Как вы знаете, у нас опять все с самого начала будет. Но я думаю, что мы начнем, пожалуй, с испытаний. Ну ладно, давайте тогда. Городская война, свет в темноте. Поехали. Первый эпизод у нас здесь Бакстер Стокман. И, соответственно, мы будем его сейчас разбирать. Гоу. И тири-тири. Ой, смотрите-ка, маузеры. Получите. Сосунки. По-другому не назвать. О, опять маузеры. Что это такое? Что сегодня? День маузеров, что ли? Давай бомбить их. Так, Эйприл с ноги, молодец. Ну, они легкие, ребят, так что... У них 10 уровень всего. О чем мы тут можем вообще говорить? Вот сейчас бы были бы у меня куна, и я бы их сейчас просто всех бы положил бы. Но я потратил зачем-то их. Сам того не ведая. Ладно, разберем. Доберемся мы и до мухи-цокотухи этой. На. Так, ну что, отличненько. Естественно, 3 звезды. Продвигаемся дальше. Давай, 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 бежим, бежим, бежим. Так, муха, Бакстер муха. Так, ну что же, давайте следующее. Я надеюсь, у нас сырка-то хватит на следующие-то бои. Я имею в виду на другое испытание. Или сейчас мы здесь все спустим. Ну ладно, давай вот так вот их всех разбомбим. Не будем тратить суперудары. Обычными ударами, пинками просто заколбасим. Так, тут у нас будет 4 волны. Мы уже с вами на второй. Вот так, с ноги, кулачочком, ножичком и мечом. Все, 3-я волна. Тут даже можно, ребята, было бы на автобой ставить, да проходить. Что действительно... Ладно, раз уж сам играю, так будем сами проходить. Ну, оп, а, замечательно. Так, 4-я волна, заключительная. Да я думаю, что я сразу этого завалю. На тебе. Ну, а теперь уже можно этот левак весь подчищать. Маузеры эти всякие тут никчемные. Все, ребят, как всегда на высоте. Так, это был 20 уровень, да? Следующие, наверное, будут у нас 30-е. Или же 40-е, одно из двух. Сейчас посмотрим. Так, саблезуба мы забрали карточку. И у нас следующий идет хан. Да, ребят, 30 уровни, потом, естественно, 40-е, потом 50-е. И, наверное, на 50-х мы с вами и остановимся. Дальше мы хренушки там пройдем. Но сколько сможем, да? А серия все равно будет длинная. Нам еще на арене сколько тусоваться. Ну, в принципе, начальные бои я на автобой, наверное, все быстренько пробегу. А вот дальше уже будет сложнее. Кстати, что мы получили за эту неделю, ребята? Я вот смотрел, у меня выпали карточки на Космо-Лео. Я, по-моему, Лео уже там был, да? Леонардо вроде бы. Вот, но не хватило мне, чтобы его открыть. Да, как ни странно. Но я не расстроен. Все еще впереди. О, как-то вы выстояли, эй, братюни, пора спать. Хан, тебе тоже особое приглашение, что ли, надо? Так, ну там зато мы получили с вами много осколков. Да, надо будет, кстати, глянуть. Может быть, что-то можем с вами сделать, повысить кого-то. Так, моя добыча хан. Ну что же, двигаемся дальше. Тут у нас будет уже Рахзар. 45-й уровень. Это еще, ребят, для нас не предел пока. Так что идем спокойно, бодро и уверенно. Кия. Ну, уже не падают с первого удара, конечно же. С двух ударов ложатся. Но, тем не менее, мы удар держим. Причем довольно неплохо, согласитесь. Так, защиту он там сделал, ё-моё. Провокацию точнее. Нет, братишка, провокация вам здесь не поможет.
Будете все валяться у моих ног, вот что я вам скажу. Опять хан, ну ладно, хан так хан. Это у нас третья волна. Давай вот здесь вертушечки. Так, этого ногой, хоп, не пробили. Ну, да что ж такой ты слабенький, я не понимаю. Маленький, удаленький, но слабенький. Ну, это невезуха. Так, ладно, давай вот этого сейчас, наверное. Кия. А, не пробили. Валяйся. Так, ну и что? Третья волна у нас, а там была вторая, оказывается. Ну, давайте. Блин, желательно бы, ребята, массовыми ударами. Вот такими вот. Херакс. Не очень-то много, конечно, мы отобрали. Но у Рахзара вот так вот. Мы его хорошо прожали. Давай ракеты выпускать. Ой, я же хотел ракеты, ё-моё, попутал, ребят, попутал. Ай, попутала. Входячие. Надо было ракеты выпускать, а я зачем-то скорость не понизил. Ну и фиг с ним, все равно они будут все валяться. Ну что ты делаешь, а что ты делаешь, а, самурайка? Вот так вот, понял? Мой Рафик, как всегда, на стреме, в гневе. Так, хилиться мы не будем, незачем просто-напросто. Вот и Рахзар упал. Ну а с этими ребятами мы элементарно просто сейчас расправимся. Ну, что ты, ой-ой-ой-ой. Как было больно-то, а? Ладно, получи в лицо. И, нет, не добили еще. Еще стоит на ногах. Уже нет, к сожалению. Ну что же, три звезды, как обычно. Сразу же переходим к следующей битве. Там уже будут у нас, я так понимаю, полтиннички. Да? Так, карточка Рахзар, это хорошо. И тут у нас, ребята, скорее всего, полтинники. Смотрим. О, даже 55 уровни. Ну, была не была, ребята. Хорошо, так уж и быть, пойдем. Уговорили вы меня. Я слышу, как вы говорили: давай, давай, Рэй, не бзди, все нормально будет. Прорвемся. Прорвемся, конечно, е-мое. Раз вы говорите, то обязательно прорвемся. Погнали. Уже давно гоним, е-мое. Ну, самурай-то как я. Ну, а, не 50 уровня. Ладно, сейчас сосунки да выделываются. Ну, конечно, у нас тут может быстро упасть Эйприл. Эта железная голова может упасть, рухнуть. Ну, конечно же, и Карайка тоже. А остальные вроде бы должны выстоять до финала. Так, хорошо, вторая волна у нас идет. И вот эти вот поганые роботы. Эти роботы очень поганые, поэтому я здесь провокацию поставлю. Чтобы они тут мне... моих ребят не растолкали, не раскидали. Все, теперь я абсолютно спокоен. Бум. Хорошо, ракетка бомбанула, да, ребят? Ага, сразу отхиливаться начали. Нет, нет, так дело не пойдет. Ну-ка, Рафик, ответочку. Молодец, красава. Так, еще, я надеюсь, ты каждому тут... Нет, не каждому отвечает. Ну ладно, нам меньше, как говорится, достанется. Бум. Упал. И Маузер тоже. Нет, смотри-ка. Не согласился он упасть. Ну что же, третья волна. Тут у нас... Да что ж такое, что они все повторяются, я не могу понять. Давай-ка вот так вот плюнем облачком. Так, надо нам на Рахзара переключиться. Так, хорошо. Ай-яй-яй, у нас нет ракеты, да? Ладно, попробуем замедлить их. Во, отлично сработало. Так, Маузер там что-то пыхтит, допыхтелся. Хотя можно было бы и самурая этого положить. Да ладно, в принципе, какая разница, да? Кого ложить? Этих, тех. Главное, чтобы у меня этот выстоял. А я думаю, что он выстоит. Все. Саблезуб, Маузер и самурай. Да ладно. Самурай сам напрашивается на неприятности и... Нет, не упал, блин. Ну что ты, что ты, что ты своей вертушкой? Эй, опасная ситуация, ребят. Блин, я что, подхилить не могу? Нет, к сожалению, ребята. У меня только у Лео и то запечатанный. Вот это вот непруха, ребята. Бум. Ай-яй-яй. Голова, держись там. Ё-моё, нет, не получилось. Ну и хрен с ним, ребят. Тут, в принципе, не актуально. Три звезды, пять звезд, хоть 10. Тут разницы нет. Главное, чтобы просто их забомбить. И четвертая волна. Кто у нас тут? Ага. Стокман, Бибоп, в общем, вся эта шелупень придворная. Ладушки, приступим к тихой... Ой, вот и Карайка у меня упала. К тихой разборке этих упырьков. Давай-ка мы начнем с тебя. Я знаю, на что ты способен, и что ты собираешься, и что ты можешь сделать. Давай-ка вот так вот провокацию. Можно было, конечно, и накатить ему.
пару легеньких ударов. Ну, да фиг с ним. Давай, самурая. Оп, отлично. Почти убили. Этого тоже почти. Ну и дай этому на дорожку. Все. Ну, добили. Отлично. Муха, цокотуха, хорош выделывается, выеживается нами. А мы тоже, ребят, подхилимся, да? Че мы? Рыжий, что ли? Нет, конечно. Хе-хе, упал, говнюк. Это еще стоит на ногах. Видимо, подвязался. Так, хорошо. Ну, ой, муха, не смеши меня. У тебя такие душманские, дешманские удары, что просто я не знаю. Любой, наверное, ребенок против них устоять сможет. Так, давай-ка вот так ногой тебе. Оп, хорошо. Так, он выеживается еще что-то, я смотрю, а? Да, ребята, наверное, следующую волну мы с вами не осилим, потому что там стопудово будут 65 уровни. И куда, как говорится? Конечно же, никуда. Не потянем, не пройдем. Ну, так, карточка Бибопа нам достается. Замечательно. И смотрим. Вот здесь у нас, значит, Рокстеди. Да, 65 уровни, в общем... Мы приплыли. Хорошо, не будем расстраиваться, ребята. У нас дальше идет живите долго и играючи. Будем жить долго и играючи, поехали. У нас мороженый сыр пока есть. Поэтому поэтому давай-ка вот так мы, наверное, сделаем. Так, так. И вот так, гоу. Живите долго и играючи. Так, у нас здесь, ага. Ну, это 10 уровень, ребят, я на автобой ставлю. Пускай они их тут рвут. Как сосунков. Так, скелетики. Это вообще не проблема для нас. Здесь, по ходу дела, будут все ниндзя-черепашки ролевые, я так понимаю, да? Так, тут у нас, смотри-ка, Майки, Рокзар, Пиццелицы что-то делает здесь. Забыл, видно, что-то. И грибочки, которых мы распинали. Ладно, нормально, ребят. Че, ничего не могу сказать против. Погнали тогда на следующий этапчик. Так, нам достается карточка Паукуса. И у нас здесь эпизод 2 с Паукусом. Также, ребята, поставлю на автобой. Тут все довольно легко. Там какой уровень будет? 20 или? Да, 20 уровень, так что они здесь пока и без меня могут справиться. Причем довольно хорошо. Так, накрыли и... Накрыли. Все, бежим далее. Так, а здесь-то у нас кто? Ага, голубчики. Ну, все равно, ребята, это сосунки для нас. Ой, что-то у меня шея заболела. Ё-моё. Видимо, спал неудобно. Так, ну давай. Вот это вот хламона завалили. Отлично, молодцы, хвалю. Так, продвигаемся с вами дальше. Так. Ага, Пиццелицу собрали. Да, кстати, ребята, насчет этого-то. Я на самом деле не знал, что там у торговца можно ниже спустить его на магазин. Оказывается, все фишки это ниже там продаются. Так что, ребята, уж извините, что не додумался как-то опустить эту фигню. И не надо ругаться, ё-моё. Всякое бывает. Молодцы, что вы нашли. Я этого не доглядел, блин. Я, честно говоря, даже не додумался бы туда ее поднимать или опускать эту страничку. Вот. Ладно, сейчас не об этом. Сейчас у нас черепашки, так что давайте бомбить. Так. Доник упал у нас. Давай, змейка Вьюн, ложись. Все. И Крип. Крип стоит на ногах. Как криптонец, ё-моё. Опять же, у нас тут 3 звезды, все отлично, просто замечательно. Так, продвигаемся, получаем карточку, естественно. И кто у нас здесь? У нас пошел, короче, Леонардо. Я так понимаю, что это ролевой все-таки. И что, 2 карточки, что ли, будет? Да, ребята, 2 карточки, неплохо, я считаю. Давай-ка, так, 40 уровни здесь. Да, я думаю, что автобой должен здесь с ними справиться. Ага, тут у нас тля, плюс этот... Маленький, я не знаю, как его назвать. Мне он напоминает почему-то этого чужого. Так. Вот зачем ты это сейчас делаешь? Зачем ты сейчас делаешь провокацию? Я не понимаю, вот именно на этой мухе-вонюхе. А? Для чего, раб?
Ай, автобой, конечно, тут жесть просто. Ладно, валим. Так, что тут? Зачем он тратит вертухан? Я не... Я понимаю, был бы здесь босс, да, еще даже слова не сказал бы. Можно было бы и провокацию, и вертушку делать, но это же обычные рядовые мобы, ё-моё. Так, хорошо, бросил бомбочку, этот наковылял. Тоже наковылял, даже тигр справился. Так, все, последняя волна. Это у нас тут кто? Ах, ничего себе, крокодил. Что это он делает? Ага, понятно. Ну-ка давай посмотрим, справятся мы. Да, да, конечно, справятся, ребятушки-то эти бравые. Ну, крокодил, конечно, на себя надел. Он кем себя возомнил-то, я не могу понять. Летучей мышью, что ли? Все, Салабон он на самом деле был. И золото такая куча возле него, да, там. Ладно, ребята, в общем, здесь справились. Так. Да, две карточки. Да, Леонардо ролевой у нас получается это. А следующий у нас будет Рафаэль, да? Ролевой. Тоже две карточки. Ну-ка, хоть глянем. Глянули, ребят. Закончился, к сожалению, у нас сырок. Ну что ж, теперь я думаю, что нам можно смело переходить зато на турнир. Давайте-ка в бой. Ну давай, не томи. И приступим. Давай, берем самые максимальные. И откатываемся назад. У нас идут 19-18 уровни. Да тихо, тихо, нет, тебе рано сюда идти. Вот так вот начнем. Да, втроем. Хотя нет, даже мы не так сделаем, а вот так. Ну-ка посмотрим, осилят, не осилят. По идее должны. Но не факт. Давай. Ай-яй-яй-яй, как ты слабенько ударил, а? Ну, давай, свин. Чёрта с два. Да, как бы тут не отгребсти бы, ребята, а? Так, дай-ка я возьму... Ай, взял в руки управление свое. Блин, ну ладно, фиг с ним. Не успели, чё ж поделаешь. Видимо, здесь довольно хорошо прокачанные вот эти вот персонажи. По крайней мере, по скиллам. Ну, не можем мы их пробить, и все. Вот это тресни. Да ладно, давай только не будем говорить, что мы тут вообще проиграем, а? Пожалуйста, не надо вот этого вот мне. Так, ну, добивай его. Молодец, хоть какая-то тебе польза. Танцуля ты хренов. Ну, давай дальше тогда продвигаться. Сколько мутагена? Аж целых 50, ё-моё. Воин, одна звезда, нормуль. Двигаемся дальше. Так, в бой. Ну, кто у нас здесь? Абсолютно без разницы, да, получается? Хорошо. Ну, давай вот так, так и вот так. Глянем. 20 уровни. Понятно. Опять же, ребята, тут ничего не прокачано, не вкачано. Самые обычные дешманские карты. Так, ну, тем не менее, завалили. Ну что, что ты взял? Маленький такой. Огнем. Ага, а Рафику не поздоровилась. Ну-ка. Ну, здесь победим мы. Причем довольно хорошо. Замечательно. Так, ну-ка. Да что же вы не можете этого бибопа завалить-то? Ёлки-палки, втроем бьют. По три часа, они могут с ним справиться. А мы с вами двигаемся дальше. Сколько мутагена? 210. Вот это я уже понимаю. Так, сразу на две звезды прыганули. Так, поехали. Какие уровни у нас здесь будут? Начиная, наверное, уже 25-30, да? Нет, ребята. Ну-ка, где у меня? Вот, Эйприл, Рафик и Армагон. Давайте, покажите им там всем, где раки зимуют. Тем более у меня кунаичи. Сейчас получит это кунаичи, по-моему, люлей. Хотя нет, нет, справимся, ребят, здесь. Причем довольно легко. На-ка. Классно он челюстями бомбанул, да? Ну и, в принципе, все, ребят, да? Победа здесь за нами.
Поехали дальше. 231 мутаген мы зарабатываем. Вот уже и на трех звездах. Так, в бой. Выбираем. Так, 12-13. Ага, вот здесь вот 12-13, нормуль. Давай-ка теперь моих героев. Так, Хан, Рокстеди, Ванька и Кейси. Все, я думаю, так пойдет. Поехали. Ну-ка, ну-ка. Так. Ну, ё-моё, что же вы делаете-то, а? Упырьки. Не можете уже справиться, что ли? Угу, подхил делает. Так, Кейси держится. Ага, вот так вот, значит. Ну, давай, давай, давай. Ой, они Кейси не могут пробить. Замечательно просто. Ну, вот это вот мне не нравится. Сейчас Хан у меня может упасть, ребята. Не хотелось бы, конечно. Ну, как если... Ай-яй-яй. В принципе, нормуль. Хан, добьешь? Нет, не добил, к сожалению. А его... Да, его добили. Блин, этот Макман. Хренакман. А вот так вы не могли сразу сделать? Вот надо было выкореживаться, блин. Дождаться, чтобы он... Лишил меня одного персонажа, а? 260 мутагена. Ладно, хорошо. Мы продолжаем бой. Так, ну давай, 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 давай. Давай быстрее. Так, 12, ну, давай вот этот возьмем. И пойдет у нас Север, Майки, Раф и Макман. Да, именно они. Интересно, зачем вот эту вот мышь Кирби с собой берут? Неужели она такая хорошая? Мне кажется, что она фуфловая. Я ее даже почему-то не качаю, не развиваю. Она мне не нравится. Мне кажется, она слабо как-то бьет. Может быть, я, конечно, и ошибаюсь. Плохо говорить о том персонаже, за которого ты не играл. Но еще хуже, когда ты не хочешь им играть. Вот нет у тебя желания его брать, и все. И ничего ты с этим не поделаешь, к сожалению. Так, ладно. Тут идеально все получилось, да? Получаем с вами мутагена в размере 428 штук. Поднимаемся, наверное, да? На первую лигу зеленую. Элита, ё-моё. Так, в бой. И тут уже должны быть уже другие уровни. Уже 20-й, 25-й, да? Да, так и есть. Так, выбираем, пожалуй, вот этих вот. Ох, смотри-ка. 28-й, 29-й уровни. Ага, ну давай мы попробуем вот так вот сделать. Слушай, я думаю... А, все, не могу, а? Я думаю, справимся. Хотя, не знаю, точно не могу сказать. Будем смотреть, ребят, сейчас. Так, это мы ходим? Да, это мы. Ускорились. Так. Ага, это по нам уже дали. Давай Кирби валить. Ну, сосисочник? Нет. Нифига у него не получилось. Ну, понизили зато скорость. И он нам тоже понизил. Вот говнюха, а. Да ладно, крипака у меня собирается разбирать. Вы посмотрите, точно. У-у-у, крип, я ни за что бы не подумал, что ты вот так вот здесь хреновенько себя проявишь. Этот еще хилит. А у меня, к сожалению, нету хила. Я остался без хила, ребята. У-у, да нет, по ходу дела мы здесь не пройдем. Не-а. Поляжем. Добренько так вместе, кучкой. Жаль. Да, считай, одну бойню просто тупо слили. Железная голова готова. Ну давай этого. Хотя, может быть, и нет, ребят, сейчас посмотрим. Вроде бы как есть шанс, небольшой такой, но все-таки есть. Раф сам по себе крепкий, а их тут, тут и Раф, и Майки. Нет, скорее всего, не получится, ребят. Не получится, хотя очень сильно бы хотелось. Да. Ну ладно, этого загасили. Нет, ребята. Сейчас Майки один раз по мне звезданет. Бомбочка этой. Заморозь его. Отлично. Ну, добьем. Нет. Почему он, интересно, два раза стал ходить? Я не знаю, ребята. А могли бы его добить, кстати. Не знаю, почему он так у него вышло как-то. Ладно, двигаемся с вами. 50... А, 48-я позиция, хорошо. Ну, опять же, ребят, повторюсь, это потому что автобой. Если бы я играл бы сейчас руками, конечно, мы там
выиграли, причем в легкую. Ну что, давай возьмем вот этих вот. Так, 28 уровни. Будем от этого писать. Так, так, так. Ну что, я вас верю, давайте не подведите меня, как предыдущие ребята. Покажите им, почем фунт лиха. Начинается. Так, мутаген, ты будешь чем-то там хорошенькой? Эй, как всегда, провокацию делать. Это вот зря. Будет сейчас отгребать люлей по полной программе. Опа. Опа, молодец. Молодцы, ребята, здесь у вас хорошо получилось. Так, нам скорость снизили. Со своим шокером. Так, ладушки. Ну, он держит. Держит, держал удар. Сейчас он упадет, ребят. Ты смотри, блин, это железная голова бесявая. На-ка. Слабо ты мутаген ударил, очень слабо. Все, этот отдыхает. Ну, здесь победа в любом случае будет наша, ребят, потому что... Да, Макман упал. Ну и сейчас этого хорька Криса мы раздавим. А, хотел сказать отлично, нет, пока не отлично. Все, вот теперь нормуль. Все, бомбанули, все замечательно. Ух, едем далее. Сколько мутагена? 300, ну, неплохо. Так, уже две звезды у нас. Поехали, так, в бой. Какие тут, интересно, будут уровни у нас? Ну, наверное, 28-е, да? Нет, 26-е. 26-е, 29-е даже. Хм. Хорошо, давай мы сделаем вот так вот. Так, 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 и вот так вот. А, еще один, все. Ну, тут мы должны порвать, ребята. Здесь все-таки Майки, старый добрый друг. Змейка Вьюн уже такой более-менее прокачанный. Давай глянем. Должны прорваться здесь. Так, хороший был выстрел. Так, минус Лео. Минус Раф. Так, смотрим, ребята, внимательно. Этот что у нас? В тень? В тень, как всегда, теневик хренов. Ну все, ребят, здесь победа за нами будет. Это однозначно. К бабуле не ходи, как говорится. Я уже вижу все наперед. И остался лишь Доник здесь. Давай-ка, ребята, в сухую сделаем. Без... Фу, я думал, сейчас как в этого стрельнет и все. Ну! Да чтоб тебя. Отлично, все, ребята. Победушка за нами. Причем идеальная. Так, 760 мутагена. Угу. Так, сейчас получим третью звезду, ребята. Так, ну давай выберем, кого будем. 12, так, 12, 12, я даже не знаю. Они все 30 уровня почти, так что особо выбирать не приходится. А у нас 45-го. Так что давайте вот так вот. А, ладно, пускай будет паукус, хрен с ним. Давайте, рвите их. Тут, ребята, вся игра практически на автобой пройдет, потому что когда даже мои хаи будут валить, все равно там будут слабенькие персонажи находиться. Так, завалили. Да-да-да-да-да, конечно. Такие глаза еще сделал по 5 рублей на выкат, когда стрелял. Так, сейчас у нас Донни упадет. Да. Теперь мы беремся за Рокстеди. Тоже падает. Ну и Ваньку Дураляя, естественно, с полточка валим. Все. Тут можно было даже с закрытыми глазами. Даже можно было пойти и чайку налить. Спокойно причем. Так, 760 мутагена, 3 звезды получаем. Отлично. Естественно, в бой. Ну, показывай, показывай, показывай мне. Вот этих возьмем. Блин, 36, 37 уровни. Хорошо, берем Бибопа. Вот так. А, еще место есть? Давай тогда еще голову эту железную. И все. Разберем, наверное. А почему, наверное, с полтыка разберем? Или нет? Да не, разберем, конечно же. Единственное, здесь для меня проблема, вот я сейчас смотрю, ребята, это Стокман. А знаете почему? Потому что, ага, он не стал делать массовый удар. Странно почему-то как-то. У него вот этот массовый удар, волна и мыши, если их сделать с интервалом, можно положить любую пачку практически сразу же. Но... Ему, видимо, не хочется тратить, поэтому он за это ответит. Все.
Мы еще подхилились. Тут уже 100% победы за нами. Причем у нас два хила. У нас один идет от Шреддера, а второй идет от Эйприл. Так что все на мази. Можно было вообще не переживать. Ну давайте, Доника, уронили. Молодцы. Молодцы, завалили этого говнюка мелкого. А мы с вами двигаемся дальше. 815 мутагена получили. Так, Лига Самурай, одна звезда. Поехали, 83 место у нас. Ну, давай вот этих возьмем. 35-й, 36-й уровни. Все, я запомнил. А, так у нас все, ребята. Что-то как-то быстро мы, да, добрались. Ладно, хорошо, берем Рафа, Криса, Зека, Лео, ну и Тигра. Да, это последняя наша битва, ребята, в этой серии. Как-то быстро мы так, хоп-хоп-хоп. Дайте-ка я на дорожку сам сыграю. Так, бомбим. Хорошо-то как. Так, вертушка, давай для него. Так, теперь давай Бибопа. А если мы так сделаем? И Ваньку Дуралей заваливаем. Все. Замечательно. Ну, давай, давай, давай. Давай, промотаем. 815 мутагена, ребята. Позиция у нас 29-я. Ну что же, замечательно. Больше, да, ребят, больше у нас ничего нету. Ох ты, смотри. Ё-моё, мутагеноид, мы можем поднять ранг. Так, также пульверизатор. Давайте мутагеноиду, я думаю, что выгоднее ему сделать. Хватает у нас? Хватает. Тынь-тырень-тырень, получает 3 серебряные звезды. Ну что, мутагеноидыч, поздравляю тебя, ё-моё. Так, ну что же, ребята, у нас вроде бы... Смотрите, нам еще осталось 12 карточек на Рафа. И 18 карточек для Криса. Это уже хороший знак, ребята. Еще немножко осталось, и будем дальше улучшаться, укрепляться. Ну что ж, дорогие мои друзья, а на этом я буду завершать эту серию. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно увидимся с вами в следующей серии. А на этом все. Всем пока и удачи вам.